А как он делает рукой? Всем привет! И всем привет! Я Кикар! Я педант! Запикайте, запикайте! Сосет смотреть без регистрации. Про свой YouTube канал. Все вам покажет. Как ты вообще оказался у меня дома? Долго объяснять, но я — это ты, из будущего. Да что ты несешь? Я бы никогда не надела такую стрёмную футболку. То есть то, что ты стала мужиком, тебя вообще не смущает? Ладно, у меня не так много времени, мне нужно передать тебе одну информацию из будущего. Люди наконец-то поняли, что бриджи — это кринж? Нет. Или они перестали подписывать конверты с деньгами, чтобы их потом передарить? Нет. Они перестали записывать голосовое в одно слово? Так, все, не отвлекай меня. Я пришел из будущего, чтобы рассказать тебе об офигенной дебетовой карте Тинькофф Блэк в уникальном дизайне с Риком и Морти и выгодным кэшбэком. Расскажи поподробнее. Ты сможешь выбрать уникальный дизайн для своей карты с любимым персонажем Риком, Морти или Огурчик. Также есть преимуществ. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые ты можешь выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка у партнеров. Кстати, кэшбэк приходит настоящими рублями. А еще карта обеспечивает доход до 7% годовых на остаток по счету. И я чуть не забыл. При заказе карты крутые стикеры в подарок. Я уже хочу эту карту. А как ее оформить? Если оформить карту по ссылке в описании прямо сейчас, то обслуживание этой карты будет абсолютно бесплатным навсегда. Все, мое время в этой вселенной истекло. Прощай. Владислав? Жуть какая, как я могла выбрать такое имя? Ладно, а вы не теряйте время и переходите быстро по ссылке в описании и оформляйте свою уникальную карту Рик и Морти с бесплатным обслуживанием. Всем привет! С вами Крид Фэмили, Егор Крид, полковник Бустеренко. Я желаю, полковник Бустеренко на связи, блин. Дима Масленников. Будем снимать сейчас на видео. Короче, друзья, нас уже плавят. Мы хотим начать уже поскорее этот ролик. Сегодня вы будете смотреть, что в телефоне у меня, у Димы Масленникова и у Кобякова. Все, смотрим. У нас наконец-таки появилась интеграция. Ты просто ролик с рекламой? Короче, друзья, у нас сегодня Бустер, человек, который выкладывает на свой YouTube-канал чуть чаще ролики, чем я. И человек, который не забыл и не забил про свой YouTube-канал. Мне всегда было интересно спросить тебя про мем, который появился в интернете про кильку, который сделал этот человек. Я килька? Я килька? Я килька? Я килька! Алло? Я килька! Ты не килька, ты, блядь, не килька! Ты когда ходил ночью в этом страшном месте и кричал «я килька», что у тебя было в голове? Я думаю, что мы в какой-то момент обыграем. Ну вот, блядь, честно, спасибо, честно говоря... Спасибо большое, что меня подъебал на премии вот эта жара. Ты не подъебал! Когда я подошел, говорю «я килька», он такой, понятно, никто не понял. Я подхожу к Бустеру. Ну что, друг мой? Я килька. Никто не понял, там прикол вдруг. Я говорю, Слав, что такое? Он говорит, бля, пиздец, меня Дима обосрал на видос. Во Франции, я говорил, когда в помещение, он заходил и говорил, я килька, я килька. Второй раз меня заставляют выходить в зал, и я иду, я вижу Бустера, думаю, подойду. Ну, типа сейчас он красиво сделал, сейчас скажет. И он мне кричит первый раз, он мне кричит, когда я подхожу, я знаю, кому я подойду, он мне кричит, я килька, я навязал, я килька. Я килька? Я килька. Я килька. Ну вот я сюда конкретно иду. Подхожу к нему, там, представь, для зрителей, они же твои фразы не слышали, просто ведущий идет на сцене, я килька. Потом он подходит к человеку, который сидит в повязке с Егором Кридом в очках, угорает вместе со мной и говорит к нему, полковник с тобой. О, смотри, ты ко мне. Просто больного чела позвали. Полковник. Я такой пиздюк просто, я килька. Ладно, ребят, у нас сегодня никем не избитая тематика, что в телефоне у. А ты реально первый придумал? Да. Ебать, респект за идею.
В общем, у нас есть по полтиннику. Если вдруг мы отказываемся что-то показывать, допустим, фото члена. Я могу просто член показать. Через фотку он маленький очень. Нет, только фотку можно. Да, если ты откажешься показать фотку члена, ты скидываешь 10 рублей. Вот давайте мы. Вот ты отказался тоже скидывать. Вот, все, 30 тысяч рублей. Это наш банк. Кто выигрывает в конце, забирает... А, то есть нам выгодно, чтобы скидывали? Да. Ладно, первое видео, где ты сильно выпивший. Опа, блин! Должно быть сейчас. А как бы я нашел бы это видео? Типа, я должен был десятку положить, если мне такое видео? Да? Да? Ну, по идее, да. Блин, ну, там я не один, вот в чем вопрос. Я Егорик, он говорит. Он просто сам решил кенту набрать, пообщаться, ну, типа... Алло. Алло, Егорик, смотри, прямо сейчас мы снимаем ролик с Егором Кридом и господином Бустером. Мне надо показать видео, где я сильно выпивший. Я могу видео с Мальдив показать? Ну, ты там без трусов, брат. Да, бля, я там вроде нормально. Хорошо, ладно, давай. Не, ну давай, снаряд хороший. Я могу показать. Прям явно понятно, что мы типа пили. Давай, брат. Ну никто, блядь. Еще раз, можно признание? Ты, это понятно, но Столяров... Леха Столяров, блядь, подписывайся на Леху Столярова. Егор признали в любви Леша Столярова. Извините меня, Столяров, разъеб. Надо его срочно сейчас туда звать, походу он тоже участвует. Кстати. Видео, где ты сильно выпивший. Ха! Ебать, лайфхак сейчас просто будет. Просто чем воды я пил. Сейчас будет лайфхак, чуваки. Отвечаю. Пи***ц. Это гениальная хуйня. Гениальный мув, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, родной! Тут меня нету причем. Это 2018 год, 25-го. А откуда мы знаем, что ты там есть, друг? Это ты? Просто... Тебя на видео нет, значит, это не то видео, где ты. Видео, где я сильно красивый, меня уже нет. На самом деле, ну, в эту ночь я очень сильно нажрался. Я просто увидел и подумал, почему я... Мы не можем это... Короче, я сейчас поищу еще. Меня пригласили на шоу «Комментаут», где я был с Владом Бумагой. И у меня было видео на айфоне. Очень непристойное видео. А там же «Комментаут», там, ну, всегда телефон. И я очень сильно боялся за то, что это видео, ну, хоть как-то каким-то образом попадет, и удалил его. Но это было классное видео. Там был я и... Две моих подруги. Я их видел впервые. Только что поебал, что сексом занимался. Да вообще жизнь. Не факт, что там был. Крутой, блин. Спасибо. А что там было? Наверное, вы играли в нарды. Да. Ты и две незнакомые подруги. А прикольно, сейчас играли в нарды. Я бухой, подожди. Посмотрите, вот давайте вы оцениваете, подходит или нет. Дай. Че с глазами у тебя? Если ты реально там бухущий, то ты, ну, подойдешь. Не, ты выглядишь, как будто ты вот, ну, типа, поспал просто. Расскажу, короче, предысторию. Я только вернулся с Турции. Я тогда еще не был, ну, ни стримером, ни кем. Просто был киберспортивной боевой единицей. Вот. И я, короче, привез бутылку виски. Вот. И, короче, мы ее выпили, и я уже как бы оделся, накинул куртку и просто прохожу, короче, и задеваю мизинчиком диван. И он так выгибается влево, понял? Ой, блядь. На ноге? Да. Фу. И я падаю, короче, на пол, начинаю орать, подходит мой кент, говорит: «Бартан, давай его просто отстрелю, и мы пойдем в клуб». А у него пистолет в руке? Да. Ну, игрушечный же. Игрушечный. 2015 год. Блин, в таком пьяном угаре можно и палец застрелить. Честно говоря, я никогда не видел, что... Я показал два видео, где я бухой, блядь, вы не приняли. Да нет, да где, там непонятно. А, да как второй раз уже телефон падает. Вообще нормально? Я понятно у него там, что он бухой. Понятно, они собираются палец отстреливать. Ты каждый день палец отстреливаешь, который ударился, блядь. Да, блядь. У меня Маша гений, я знаешь, как сейчас засейвлю свою... А ты подсказываешь ему, что ли? Да. Ты чё? Там, уже, просто... там уже коллективная работа просто, брат. Как ты давно бухал? Ребят, я показываю видео, где я пьяный. Давай. Знаешь, кто такой Петр Бирюков? Нет. Мое видео у Дудя интервью. Секс с младкой, секс в самолете и секс втроем. И мы ради этого просто 20 минут сидели. Да. Чтобы он решил пересмотреть свое интервью у Дудя. Все, я сохраняю свою десятку. Да. Да, он показал видос. Я показал три видео, блядь. Давайте мне деньги. Да, действительно, какие-то удивительные видео, которые все не видели. Интервью Дудя. Признанный на нет. Я сейчас буду искать, на. Да стоп, успокойся, что ты забайтил? Да он заебал! Нормальный видос, нормальный. Ты не ори меня! Он там реально пил. Не ори на мать! Пиздец. Я
Короче, ладно, ну пиздец. Все, тот нормальный. Я скину 10. О, найс! Ладно. Хорош. Все, мы выдали. Пишите в комментариях, что Дима... Я не могу говорить это слово, я на Твиче стримлю. Скажи. Вот теперь мы на равных условиях. Сказала я, сказал ты. Ты ему поверил, где он сломался мизинец? Три показал. Бро, если у тебя есть видео, где я в говно пьяный, скинь мне, пожалуйста. Все, уже поздно. Показать историю поиска в социальных сетях. А, в общем, да, надо показать социальные сети, которая запрещена, да? Да, да, да. Если что, Инстаграм запрещенная соцсеть. Мы его не поддерживаем. У меня, в общем, последний поиск недавний. Корейка. Что? У меня последний поиск. Вори, ты загуглил, брат. А дальше у меня девчонка из танцевальной команды. Я посмотрел, у нее там дети родились. Потом Маврин Моделс. Пизди, Маврин Моделс? Подращивал, отвечаю. Илон Маск, причем фейковый аккаунт. Тоже подращивал. Тони Старк. Ты реально гуглил Тони Старка? Да, там что-то мы искали. Понял. Так, у меня... Одни девочки, у меня Камила Васкес, причем я пытался найти ее аккаунт. Это, короче, адвокат, которая выиграла суд. Камила Васкес, понял? Пытался найти, это фейк какой-то, я не знаю, кто это. Миша, это мой кент из Пензы. Овечкин, моя сестра, Смолов. Давайте теперь мою поехали. Так, ну вот у меня первая нихуя, и последующая тоже. Ну я все реально, я клянусь. Подтер, да? Клянусь! А, стоп, подожди! Если он не может показать историю, он скидывает бабки. Хорошо, без проблем. Ты не, куда? Нихуя, чувак! Не на карту. А это мой черик лежит? Да, твой черик. Раз. А ты мне сразу тоже это показываешь, что? Показать открытые вкладки в Safari. В Safari. Блядь! Это очень жестко. А что такое? Ну я сейчас посмотрю, что у меня там. Так, ладно, я показываю сейчас свои вкладки. Показываю вам первый. У меня стейк, какая-то непонятная хуйня, не хочу даже туда нажимать. Это майки, мерч мне скидывали, вот как раз я в ней сижу. Это я стейк опять искал, стейк. Мой баланс ВТБ скачать. Какие-то... А, это я заказывал анлок, короче, модема, блядь. Вот это я не знаю, что это такое в Ютубе. Я что-то искал, что-то на Реддите. Короче, я показал. То есть ты не можешь показать вкладки свои, потому что их нет, да? Ну у меня нет опять, я тогда правда... Тогда десятку... Я педант! Нет. Подожди, а ты через что сидишь, блядь? У меня привычка все подчищать. Перед этим роликом привычка появилась. По жизни. Я всегда захожу. Где Safari? Ладно, смотри, подожди, зашел, подожди. Там условно что-то тук-тук-тук. У тебя есть Google Chrome? Ушел. Google Chrome есть? Chrome есть. А, нет, это отдельное приложение? Да. Нет, конечно. А через что ты сидишь? Через вот Safari. И ничего, нет поиска. Я вообще всегда выхожу. Открой историю, ладно, давай историю. Мы тебе позволим, не скидывай черик, если ты откроешь историю. История. Так это вот он тоже тут сейчас. Ты че, мудак? Что, масленького ебут в жопу. Блять, смотри, у него поиск. Крит сосет смотреть без регистрации. Масленького ебут в жопу. Да, это специальное интервью сейчас. Не, все, десятку. А мы ниже можем смотреть? Ты смотри, конечно. Блин, за крит сосет, скидывай десятку. Ты Тарика смотришь? Бля, ты начал очень странные дела смотреть. Да, новый сезон вообще балдежный. Я еще не начал. Очень странная хуйня. Стейк, бустер, плохой парень. Да ничего нет, брат. Егор Крид, управление жалобами. Другой поебли ничего. А что это такое, гостиница Украина? Поебаться гонял. Гонял на свиданке. А Азамовская башня высота. А, это мы сидели с Катюхой, короче, понял, на свиданке, я типа гуглил, какая высота. Ну тут ты Моник купил. Кстати, ставьте сюда момент, как бустер разъебал свой монитор, пожалуйста. Бля, я монитор сломал. А, вот так тебе показываю. Новый DeLorean. 35 интересных фактов обо всем на свете. Так. Самый большой член на планете. Не везде. И там фотки везде, что для рук. Какой ужас. Представь, мужика, блядь. Сколько сантиметров самый большой член? Самый большой член весит 900 килограмм. Они еще вес его, блядь, отмеряют. 900 килограмм? Какие килограмм? 900 грамм. 900 килограмм просто пенсил, просто питон анаконду за собой тащит. Так ты посмотри, блядь. Что это такое? Ну это мой фаворит. Это винтовка. Погоди, 900 грамм и... 900 грамм. Сколько сантиметров, мне важно, для себя узнать. 45. Там в граммах, блядь, самый большой. Ты просто на глаз слышишь?
45 где-то. Подожди, если у него самый большой измеряется по грамму, у меня член килограмм, просто он 1 сантиметр. Понял? Такая маленькая хуйня жирная. Фанфик с участием Данилы Поперечкина. Нет, Поперозеркина. Фанфик с участием Дани Поперечного и Егора Булаткина. Ты отцелуемся. Нет. Вот это настоящие друзья! Вот это настоящий друг, блядь. Всегда заявлял, что кентафарику отсосать не западло. Здесь надо подлететь, блядь, кенту всегда в любое время. Ну чё, я выбираю следующий. Все, все красавцы, чирики засейвили, я выбираю следующий, блядь. Что? Показать вкладку «Недавнее видео на YouTube». И вот тут ты попался. Так, что сегодня я смотрел? «Остров проклятых». Ну вот, Егор Крид смотрит... «Оксимирон, город под подошвой». Да, «Город под подошвой», Егор Крид, все раунды. «Кто бил Марка». Говорил, Бустер смотрит «Якелька». Ты опять сегодня? Ты это каждый день смотришь просто? Медитация какая-то. Ну вот, и вот мы смотрели «Премию Жара». Бля, у меня из вас чистые «Якелька», Бустер на крохости. Все в кульке, блядь. Ненавижу этот видос. Вот всякие клипы. Мега смешной момент на стриме Бустера. Боевал беременна. Лакшери Герл оценивает папича. Короче, вот моя история. Я точно снял «Призрака». Это фуни какой-то посмотрел. Это я вчера показывал на стриме. Ты реально снял «Призрака»? Да, там пиздец. А, это не новый. Нет! Я подумал, ты последний посмотрел. Ёбаный кликбейтер. Егор Крид и его команда «Голос Дети» — это дети с голосом мне сделали. На детишек смотришь, все хорошо. Полный концерт Егора Крида в Москве. 57 минут хуярил. Да, потом жалко тебя не было. Егор Крид отдал Клаве Коке награду премии. Егор Крид показал, какую хочет себе собаку. Бля, может, это замазывать будем? А какие-то... Ну, почему ты... А какие-то видео ты не произносишь, там, про праздники, про... Ну, согласен, ладно. Так, лучшая экшн-камера — это телефон. Не, подожди, а что там за видос? 4 крепления камер на голову. Шею, блядь. Вот чем ты занимаешься в 8 утра, блядь? Мистер Грей. Не, ну это, короче, я искал себе камеру просто. Ну, типа, крепление для камеры. Life is Solo — это про IRL-рюкзак. Пересматривал стрим с Хесусом на Twitch.com. Еще просто мы чуть-чуть не долистали до членов. И тут одни члены. Разные члены. Африканские члены, слоновые члены. Не, ну что, все надо показывать? Да нет. Да нет, конечно. Ну, там, типа... Егор Крид про конфликт с Димой Биланом. Клава Кока думал, Егор Крид — Бустер. Бустер и Егор Крид навалили кринжа на премии. Было дело, брат. Нормально с тобой поработали. Лучшие тогда легенды. Все интереснее, интереснее. Я читать не умею. Показать 10 недавно удаленных фото. Ебать. У меня недавно удаленных нет, так что скину. Десятку на базу! Короче, пацаны, смотрите. Сейчас заносики ставим. Давай. Давай, твои записывай. 10 удаленных фоток со второго телефона. Поехали. Здесь интереснее. Но это занос, 1 200 000 выиграл. Кстати. Потом 196 тысяч. А за рот когда выиграешь? 130. Как интересно. Совпало. Бля, господи, что это такое? Это я просто сфоткал герпес на губе. Егор, что это, блядь, у тебя вылезло? Господи, это мать. Зачем ты, блядь, увеличиваешь? Давай, брат. Это я фоткаю иногда, как у меня там пучок сзади выглядит, хуёк. Стоп, подожди! Стоп! Декаданс сразу! Я иногда сзади фоткаю, как у меня выглядит хуёк. Ну, конечно. Хочешь, я тебе покажу, как? Подожди, а что необычного? Вставай, брат. Фотка, родной. Давай. Ну, блин. Давай в этот раз так. Вот так. Делаем фоточку, брат. Ну вот и готово. И удаляй сразу. Все. А, хорошо. Действительно, все. Пацаны. Ну, это я у мамы в гостях. Это батя в гости приехал. Это я у мамы. В принципе, все. Учни, брат. Вот. И две, которые я удалил за тебя. Мама в гостях. Я забыл кое-что важное сказать. Что, любишь меня? Да. Я люблю тебя. Я люблю тебя.
Я тоже забыл, ребят, сказать. Можно отсосать. Да. Короче, я что хотел сказать. Ребята, все те, кто вы родненькие, те, кто смотрит этот прекрасный YouTube-канал Creed Family, на котором выходят ролики каждый день, я хотел поздравить всех с первым днем, со вторым или какой третий. Короче, просто с днем лета. 25 июня у меня день рождения, мне 28 лет, чуваки. И я хочу на свой день рождения один единственный подарок. 1 000 000 подписчиков на Твиче. Пожалуйста, подпишитесь на мой Твич-канал. Ссылка в описании, стримлю там практически каждый день. Показать расходы за май. Чуваки, что-то зашло на главное. У меня расход, конечно, удивительно здесь стоит. Вот расходы. Ебать, у меня расходов какой. 34 миллиона 500 тысяч. Ты же говорил, у тебя зарплата 70 тысяч. Да, у меня расходы за май 34,5 миллиона рублей. Может, я не буду своими стыдно, блядь? Слушай, у меня тоже немного получается. Зато в июне 6800 пока что. За апрель 20 миллионов 150. Ты что ты делаешь-то, нахуй? Ты переводишься с номером... Что ты там... Отвечаю, блядь, мне надо смотреть свои расходы, что я столько трачу. Вот, за март нормально, 3 миллиона 200. А, давайте я показываю. За май? Запись, да, у меня 2 миллиона 600. За май? Да. Чё? Ты вообще охуел, блядь, ты пиздос полный. Я ж так показал, как будто вроде ничего не потратил. Я думал, да хуя. Брат, с этим вопросом. Не будет, забирай, это не будет вырезано. Я тебе в начале каждого раунда буду говорить, что он 34 миллиона потратил, чтобы это не вырезали. Да вы заебали. Команда. Ладно, все, выбирай. У нас предпоследняя карта. Давай, поехали. Фото в трусах, его. Готовы? Бля, подожди. Нашел? Я вел Егор Крид в трусах и просто. Вот, все, я показываю свою фотку. Раз. Но это не в твоем телефоне. Хотя ладно, похуй. Два, вот смотри. Оно уже было в твоем телефоне. Три. Блять, у меня не... Фига, у тебя решек сочный был. Я, конечно, не бел, но я бы твой фундук разгрыз. Ну такая, если что, хорошая. Нормально. Вот такая, смотри. Но у меня лютый эксклюзив. Кстати, реально, клади десятку, это не эксклюзив. Да ты пошли заебал, нахуй. Ты заебал все в гугле, все вопросы просто. Ты бы еще расходы загуглил свои. Да вы, суки, ну нету. Если у меня нет такой фотки, что мне делать, блядь? Десятку класть, меня также, блядь, засадили за вкладки траханные, блядь. Видео в трусах подойдет? Ты гидрокостюм пытаешься надеть. Нормальный кардан. Нихуя десятку скидывай, это видео, а не фотка. Короче, готовы мою смотреть? Да. Ну это носок, если что. Блин, брат, ну как? Ну я могу сейчас снять шорты, просто сделать фотку. Вот делай, раз. Делай, конечно. А чего вы все смотрите? А ты что думал? Ну все равно покажешь. Я просто трусы забыл, а где-то член. Я просто трусы забыл надеть. Да-да-да. Сейчас приду, подожди. Сделай ему жесткий подъем, прям дырочки нахуй. Ты подглядываешь? Сейчас, ладно. Я сфоткался. Ну вот, показываю, смотри. Раз. Ой, бля. Как, ну, вот как помыть глаза? Это даже... Объясните, а почему, просто мне реально интересно, а почему я показал вам фотку свою в трусах, и вы просто, сука, все промолчали? А что, подожди? Ну хоть так как-то реагировать, я не знаю. Фото с девушкой, которую считаешь красивой. А, что там? Такое засчитаете? Блядь. Я бы засчитал несколько раз даже. Я бы засчитал. А, у меня есть фотка Садушкина вот такая. Неплохая фоточка. А Гусейн Гасанов не против? Так это когда был? А Гусейн Гасанов встречается с Садушкиной? Да. Да ну. Ну да. Не, не знаю. Ну, кто знает, может быть. Нормально, ты переобулся так. Фото с девушкой, которая не моя девушка, но я считаю, что она привлекательная. Кто там? Ну да, ничего такая. Не, ну, короче, есть фотка, где моя школьная с одноклассницами, сойдет? Не, ну так-то реально девочки освежающие, блядь, пиздеть не стану. Не, ну а чё? Минус Катя. Не, ну для десятки, ну. Смотри. Оп. Ой, у меня парковка закончилась. Быстрее, вот, ну пусть сюда. Давай его справа.
Ты считаешь ее привлекательной? Ну, бля. Она, кстати, ко мне клеилась жестко. Ну, я думаю, неудивительно. Как вам такое предложение, пацаны? Тридцатку не кто-то один из нас выиграет? А я. Пишите в комментариях, мне кажется, разъем. Короче, самая смешная шутка про нас троих. Бустер выберет одного, по его мнению, самое смешное. Я одного, и ты одного. И мы отправим каждому по 10 тысяч рублей. Так будет. Короче, приходит ежиха к наркологу и говорит: у меня муж колется. Ладно, надо заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Подписывайтесь на YouTube-канал Creed Family, подписывайтесь на пацанов, на все каналы Димы Масленникова, на все каналы Славы Бустеренко и на всех, на всех, на всех. Спасибо всем за просмотр, спасибо, что были вместе с нами. Лайки, комменты и пока. Все, удачи. Да, у меня 2 миллиона 600. За май. Да. Чё? Ты вообще охуел, дядь, ты пиздос полный. Я же так показал, как будто ничего не потратил. Я думал, да хуя. Чё ты там, сука, делаешь-то? Там реально в Яндекс.Лавке чебупели заказал. Хотя ладно, там чел на 600 тысяч Яндекс.Лавки жрет. Чё ты ел на 600 тысяч? Да там за какой период-то, блядь? Да хуй его знает. Там, судя по твоим расходам, за месяц. Что там входит? Вот график. Благотворительность. Молодец. Здоровье и красота. И путешествие 3000. Ты как за по 3000 хуярил? Мытище, блядь? А где еще там всего лишь затерялось 34 миллиона? Больше нет. Нихуя себе, другим людям 18 миллионов, блядь. Ебать ты щедрый чел, мне закинь как-нибудь, блядь.